Чё так все спустя рукава-то все делается-то, а? Если твой голос наложить на лицо какой-нибудь старой женщины, то будет просто идеально, мне кажется. Нормально. Или сказка за сказкой, и мы. Давай между Майклом и сказкой. Борис ворует иглы. Вот эти. Пиар, акция, действие. Утгу, мы ждем вас. Занимаемся ремонтом. Руки пианиста, они такие... Покажи мозоли-то. Ладошка. Вот это руки-то, руки-то трудового человека. Это вам не на пианино играть, друзья. Последний саморез в крышку гроба ремонта. Посмотри прям сюда. Прям смотри, заколачиваем саморезы молотком. Это наш стиль. Поехали. Отлично. Ремонт готов. Приводите гостей. Перчатки с дыркой. Рабочие настоящие перчатки. Это гранж, это постапокалипсис. Нам нужна отверточка. Отверточка. Отверточка нужна. Плоская отвертка. Плоская отвертка. Где она? Что она по там бегает? Готово. Друзья, мы не только делаем песни, мы еще делаем ремонт на заказ. Так что обращайтесь. Компания Рукожоп. О, отлично. Готово. Вот это самый главный кабель нашей жизни. Без него мы вообще ничто. Интернетовский кабель. Yes. Вот она, святая пара. От концерта. Я хочу много денег и славы, респект давай или свинец хавы. А, Борис, вот ты постоянно, когда это все шутку... Гасус Батл, он до меня-то... Ты когда шутку пошутишь, ты потом куда-то туда в сторону смотришь, там какой-то одобрительный взгляд всегда там есть. Его невидимый. Он думает, что там Оксимирон, и он точно оценит твои рифмы. Лёха, ты что, а ты что ждешь? Я жду от концерта, да хотя бы вдоль выйти. Да хотя бы... Че еще ждать? Меркантильный ты человек, да? Нет, просто... Просто денег нет. Я просто понимаю, что... Да, просто денег нет. Просто ты болел полторы недели в больнице. Я уже 3 месяца не работал, у меня денег вообще нет. Че, нормально выжил. Выживший. Оскар у тебя. Вот я. Выживший. Я жду от концерта то, что мы сыграем хорошо. То, что мы не будем бесячить, как обычно, а сыграем лучше, чем обычно. Понимаете? Понимаешь, о чем я? You know? А я что хочу? Что я хочу? Что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты не ронял кружки. А я хочу, чтобы пришло хотя бы 110 человек.
Ту-ду-ту-ту-ду-ту. Да хера Джейкон пёс и... Какой странный журнал. К нам пришли наконец-то. Очень расфокусовано. Тексты песен. А члены группы. А... Внимание, члены группы в полный рост. Тексты песен. Это все можно пощупать, потрогать. И даже... Иногда нюхать. Даже занюхнуть. А запах! Отлично, отлично. Покупайте диски группы Inside, и ваши волосы станут мягкими и шелковистыми. Покупайте разворотики дисков. Лёхи. Борода. Вот нормально. И вот так вот у нас должен стоять на столике, где будут диски продаваться. Короче, будет шоу. Неубедительно. Да. А так... Борис, ты все одним кадром снимаешься? Да. Это же ты хороший, ты вообще хороший оператор, мне кажется. Спасибо. Это, кстати, большое искусство. Вот снимать одним кадром. Одним кадром, да, без монтажа. Вот я смотрел вчера фильм... Это я. «Дитя человеческое». Там одним кадром снято очень много сцен. Там... Это я снимал? Это ведь... Я тоже снимал. Сразу потому что... Тот фильм, то, что там сам молодой 18-летний, что-то там... Да, 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 да. Я просто не знаю, как останавливать. Как останавливать? Никак, никак.